понятно, что сейчас мы не будем, с учетом сложившейся ситуации, требовать регистрации, прописки. Естественно, мы сейчас всем детям, которых мы видим и понимаем, которые у нас в школах учатся, которые у нас учатся в средних учебных образовательных заведениях, дошкольным образованием, по особому порядку дети, которые еще пока только в очередях, конечно, мы сейчас по заявительному принципу никому отказывать не будем и всем выплатим помощь.